Ритуалы на черных картах и зеркалах на восточный Новый год. Алтарь красный, карты черные. Красить новогодним декором. Ложим на ночь, говорим заклятие. И свою просьбу излагаем подробно, вслух, четко. И накрываем серебряным или обычным зеркалом сверху. Все лежит до утра. Утром все убрать, зеркало не мыть. До следующей ночи картами не пользуемся. Ритуал от 2 недель до Нового восточного года до 2 недель после. Все исполнится. Третий вариант – выгнать сущность из дома, карихмана. Первый вариант – король бубновый плюс девятка пик перевернутая. Второй ряд – джокер красный перевернутый. Плюс джокер черный перевернутый. Остальные карты лежат рядом в коробочке. Сказать: «Арихман, твоей помощи прошу, Новый год восточный наступает, времени ход меняет. Тебя прошу о помощи на красном алтаре, на черных картах. Кровью залит мой алтарь, драгоценностями осыпан. Словно свечи черные, карты черным пламенем горят. Ты сущности из дома удали, прочь их прогони. Тебя просил и заклинал». Это если именно к вам прицепилась сущность. Это очень страшно, это очень опасно. И неважно, какая сущность ваш, домовой на вас охотится, вы с кладбища пришли, с леса, с города. В городе тоже, поверьте, там полно старых кладбищ. И в каждом магазине. И их тоже в большом обитает немало. Там есть своя охрана и все. Ничего не придумываю. Если к вам это прицепилось. Но это не секта, это не живые люди, это сущность. Это самое такое страшное. И которое подбирается к вашей душе, к вашему имуществу, к вашему дому. Не получается душу взять. Она будет пытаться взять вас. Вашим имуществом, вашими нервами, вашей жизнью, наконец, и ваших близких тоже будет. Вот этот ритуал ее выгонит. Арихману это ничего не стоит. Он как раз всем этим повелевает. Ну, не только таким, конечно. Но он поручит своим слугам это выгнать по этому ритуалу. Время, пожалуйста, указанное соблюдайте и порядок. И когда у вас карты разложились, может, у вас и нету сущности, может, вам кажется, да, он на вас на это не обидится. Если вы ошиблись, он просто ничего не будет делать. А если вы не ошиблись, он вам поможет. Но у вас какие-то должны быть просто, ну, предположения, чтобы обращаться к этому ритуалу. Но, с другой стороны, люди могут этого и не знать, какие признаки есть. Запах появляющийся, неприятный. И очень много чего описывается. И скребутся, и люди видят какую-то там свинью, которая по городу ходит, или собаку, не оставляющую следов. Люди, не оставляющие следов. Ну, в общем, очень много этого. Я не могу даже все варианты описать.
дверь сам собой открывается, свет сам собой включается. Причем это не как там знак хороший, вот он включился вдруг неожиданно. У вас на какой-то праздник, вы встаете, включен свет. Значит, это добрый очень знак. Нет, вот это как-то постоянно, что-то хлопает. Уж если у кого привидение летает, ну то тем более. Вот этот ритуал его выгонит. Поэтому, если у вас что-то есть, какие-то подозрения, вы обязательно ему это должны рассказать. Накрываем зеркало. Тут не указано, какое зеркало конкретное, но, естественно, без пластика. Ну, закажите, в конце концов, в стекольной мастерской себе кусочки зеркала. Бытует мнение, что только круглое для магии подходит. Не знаю, мне квадратным даже больше нравится работать. И я купила специально круглые, надо было, в общем-то, все квадратные набрать лучше. Они больше, но не принципиально. Какой вам кусочек вырежут, такой вырежут. И будет у вас зеркало будет без и дешево, и без пластика, если вы не можете найти. Есть двойные зеркала в металлических, но они уже для сумочки, они уже дорогие. Это не для всех готовы. Но в стекольной мастерской вы кусочек зеркала себе вполне можете заказать. Для ритуалов и держать его. И никогда не мойте солью, только протирайте. Вот если вы под дождь подставили, там нормально. Или в воду живую, ну... природную опустили, это тоже нормально, есть ритуалы. А мыть, ну, если только она запачкалась, ну, ни в коем случае не такой не сильной химии, каким-нибудь мылом, которым вы руки моете. Есть мыло натуральное. И мягкой тряпочкой протерли, но точно не солью. Если солью помыли зеркало, спокойно отнесите его на перекресток, все пути вам замкнет.